Ну, теперь, чтобы представить подробнее боевой ситуации в других частях Дебальцевского котла. По сообщениям ополченцев, ожесточенные бои идут сейчас в районе населенного пункта Красный Пахарь. Чтобы замкнуть окружение, необходимо зачистить поселок Мироновку. На поступах к Светлодарску украинские военные держат серьезную оборону, и пока занять этот участок не удается. Фронт в районе Санжаровки стабилизировался, и выйти с этой стороны к трассе силовики не могут. Ополченцы ведут наступление по направлению Никишина-Новоорловка-Малоорловка. Но в течение выпуска мы еще вернемся к ситуации на юго-востоке.